Здравствуйте, в эфире программа «Свои люди», я ее ведущий Антон Веселов. Это серия бесед с теми людьми, которые разделяют общие интересы. Вот сегодня у нас в гостях Александр Емельянов, руководитель хора певчих старообрядческих приходов Сибири. Возможно, мало кто из нас задумывался о той особой музыкальной культуре, которая, возможно, на регулярной, что ли, основе только в таком храме. Но благодаря недавним празднованиям, посвященным 20-летию со дня освящения Кафедрального собора во имя Рождества Богородицы в Новосибирске и программы «Празднуем вместе», многие люди, которые в том числе не имели никакого отношения к старообрядчеству, они оказались внутри, в этом храме, и услышали, как звучит старообрядческая музыка. Но интереснее еще и представить себе весь путь происхождения этого материала. Вот эти вот крючковые записи, совершенно другая система, нотная система, наверное, совсем другой на выходе материал. И мне кажется, важно, что все музыкальные культуры существуют параллельно, ни одна не вытесняет другую. И сегодня здесь, в Новосибирске, мы можем быть свидетелями того, как культуры накладываются одна на другую. И на самом высочайшем консерваторском, как мы привыкли, на самом лучшем нашем уровне, мы эту культуру продвигаем, значит, сохраняем и передаем следующим поколениям. За это огромное спасибо Александру. В чем отличие этой формы записи и этой музыки от более привычной широкому кругу людей? Во-первых, я бы хотел ту часть благодарности, которая была сейчас адресована мне, я бы ей хотел поделиться. Дело в том, что вот именно за ту консерваторскую заслугу, про которую вы упомянули, мы, наверное, здесь, в Новосибирске, должны быть благодарны прежде всего профессору Новосибирской консерватории Борису Александровичу Шиндину, недавно от нас ушедшему, который, собственно, разработал целый курс материала по изучению древнерусского церковного пения и ввел его вот в оборот, значит, здесь у нас в ВУЗе, в консерватории, и благодаря которому выпустилось уже не одно поколение музыковедов, которые не понаслышке знакомы с этим искусством. Мне, кстати, интересно всегда было, как человеку близкому к джазовому, что ли, классу, но интересующимся разными формами музыкальной культуры. Всегда было интересно, это в Новосибирске такая особая атмосфера. Практически все новосибирские джазмены, большинство, мне кажется, певчих на клиросе в разных церквях, это люди с очень хорошим образованием. Не просто с хорошим, обычно это консерваторское образование, профильное. Так принято во всех городах и весях, или мы находимся во главе этого процесса? Вы знаете, с точки зрения старообрядческого пения, знаменного пения, древнерусского пения, наш новосибирский пример, скорее, это такое исключение из правил. Вы знаете, очень хорошее исключение, потому что мне, как профессиональному хормейстеру, вообще удобно работать с людьми, зная вот те профессиональные принципы работы с хором. Работая над произведениями, я заранее знаю, чего я хочу. Я знаю, как мне добиться этого от исполнителей. Потому что наши клиросные певцы – это люди практически без музыкального образования во всех приходах. Но исключение, может быть, составляют те, кто когда-то занимался в музыкальной школе. Ну и редкое исключение, у кого есть музыкальное училище или колледж. Поэтому здесь, с одной стороны, работа ведется как практика работы с любительским хором, самодеятельным хором, но здесь же опять все зависит от руководителя, что мы имеем на выходе. А на выходе мы имеем очень, скажем, качественный в плане исполнительства продукт, если можно так выразиться. То есть песнопения, которые мы исполняем, вот именно знаменного распея, вот этой древней крюковой нотации, они, то есть, по ним сложно сказать, что это поет какой-то любительский хор или какие-то люди, далекие от современной музыкальной культуры. Дело в том, что вот наш хор на протяжении
лет его существования был неоднократно приглашаем на международные музыкальные хоровые фестивали, причем не только в России, но и за рубежом. И ведущие зарубежные специалисты там, где мы были, они давали действительно высокую оценку нашему творчеству. Поэтому... И что немаловажно, были записаны много раз. Да. Люди, которые не сталкиваются с атмосферой в момент концерта, они тоже могут вынести свое суждение и каждый раз подтверждают высочайший уровень. Да, вы знаете, действительно, атмосфера во время концерта, вот ее ничем не передать. Особенно, когда ты выступаешь за рубежом с людьми, которые, ну, в принципе, не знакомы с древнерусской духовной культурой. Вот настолько они проникновенно слушают. В зале стоит мертвая тишина. Вот муха пролетит, даже не летает. И, естественно, реакция публики после выступления, ну, это что-то действительно фантастическое. И когда приходится переслушивать наши записи фестивальные, кстати, я не сильный любитель их переслушивать, потому что как бы там хорошо не было, я все равно найду... Автоматически. Найду какие-то места, да, здесь можно было спеть получше, здесь можно было что-то по-другому, там третье. Вот, ну, не знаю, я очень критично, видимо, к себе отношусь, но как есть. И даже когда вот приходится переслушивать какие-то фрагменты выступлений, вот воспоминания как раз, в воспоминаниях как раз атмосфера предстает, какой ты ее помнишь во время концерта. Это действительно замечательно. Мне интересно все-таки, чем эта культура отличается от современной. Я вспоминаю слова Сергея Старостина, человека, который занимается русской народной культурой. Понятно, что это совершенно другое направление. Но, тем не менее, он мне в интервью рассказывал, что после своего классического образования, он духовик по первому образованию, когда он попал в вот эту среду народную, когда впервые услышал в большом количестве на своей практике русские народные песни, он выяснил, что самый фальшивый инструмент на свете – это фортепиано, хорошо настроенное. Потому что русский народный строй сильно отличается от того, который принят в западной европейской традиции. Есть ли какой-то зазор, что ли, разница между более привычным хоровым пением современным и вот старообрядческим, знаменным? Вы знаете, да, разница огромна. Во-первых, что касается строя, который вы упомянули. Да, действительно, до того, как Иоганн Себастьян Бах открыл хорошо темперированный строй, ну, действительно, музыка наша вся поменялась на до и после. Вот, и поэтому то, как пели раньше, особенно вот на Руси, если мы берем русскую певческую культуру во внимание, именно в каком строе они пели, в какой манере они пели, конечно, это не то, что, ну, можно сейчас где-то услышать, потому что, конечно, с годами много что меняется, изменилась и наша музыкальная система, помимо темперации, ведь сам строй стал выше. Даже с 18 века, если я не ошибаюсь, он стал выше на малую терцию. Неужели это так чувствуется? Даже настройка инструментов там не 440, как сейчас, а там 438. Вы знаете, может быть, для инструмента это бы не чувствовалось, но пианисту, по большому счету, без разницы, в каком строе играть. Вот рояль настроен, исполняется произведение. Но, допустим, таким людям, как вокалисты, вот там да. Если у Моцарта была написана партия для баритона и верхний звук там был фа во время Моцарта, то сейчас этот верхний звук ля бемоль. А это уже, ну, простите, это уже не баритоновый так диапазон, а вообще-то теноровый. Вот. Поэтому вот с такими, значит, моментами приходится сталкиваться с современным классическим музыкантом. Что касается крюкового пения, знаменного пения, то здесь все-таки звукоряд, он относителен. Он не имеет строгой привязки к тону на фортепиано или вообще к тону камертона. Он относителен. Прежде всего, головщик, как у нас называется, регент, руководствуется потенциалом
своих исполнителей, то есть какие голоса, насколько они развиты у певцов голоса, в какой тесситуре петь, высокой, низкой, средней. И исходя из этого, исходя из вот, физических возможностей своих певцов, руководитель выстраивает ту тоновую палитру, если можно сказать, палитру, в которой его хор будет звучать. А с течением времени сложилось несколько вот таких традиционных особенностей в старообрядческих певческих направлениях. Например, общины беспоповцев-поморцев, которые до сих пор бытуют и в своем историческом месте. Это Латгалия, Прибалтика, ну и в России, это Петербург, Москва, другие регионы. У них принято низкое пение. Вот они прям так, чуть ли не надрываясь, поют, но низко. Другие, допустим, старообрядцы-некрасовцы, которые 200 с лишним лет хранили свою вот эту русскую культуру, причем всю певческую, богослужебную, бытовую. Они жили в изоляции, в полной изоляции в Турции, только в 60-х годах вернулись в Советский Союз. И когда они вернулись, и прежде всего ученое сообщество современное, оно начало активно знакомиться с их наследием, с их творчеством, и поняли, что они уникальны в своем роде. Они вот сохранили свои певческие традиции без каких-то искажений. У них пение более высокое. Значит, что касается вот центральной России, здесь Новосибирска сейчас, значит, ну, здесь вот нет ни высокого отличительного какого-то колорита, ни низкого. Здесь, если можно так выразиться, мы поем средним гласом. Центристы, да. Вот, какая-то такая середина, какой-то такой царский путь. Но это не значит, что какая-то из этих традиций более правильное, более главное или более аутентичное. Ну, все развивается, да, и получилось так, что ни в 17 веке, ни раньше не было техники, которая бы записала это как не с чем звучало, сравнить, получается. Да, и не с чем сравнить, действительно. Потому что первая фиксированная и известная на сегодняшний день запись старообрядческого пения датируется 1901 или 1902 годом. Сохранилась, я так думаю, что единственная в своем единственном экземпляре пластинка того года с записью старообрядческого Морозовского хора, знаменитого хора. Хор записывался и позже. На протяжении нескольких лет, вот первых 10 и больше лет 20-го столетия, вышло у них несколько пластинок. По тому времени это, конечно, был какой-то фурор, потому что это была передовая технология, потому что вот именно на рубеже веков ровно произошла смена эры валиков Эдисона на граммофонные пластинки. И тут, значит, Арсений Иванович Морозов, содержатель и владелец Богородско-Глуховской мануфактуры, и, собственно, и этого своего хора при этой мануфактуре, он решается на что? Он решается на неслыханный по тем временам шаг. Он старообрядческое пение решает записать на носитель, как сказали бы мы сейчас. Зафиксировать, оставить это, ну, скажем так, для потомков и вообще, чтобы это было, чтобы была эта фиксация. Ну, я не знаю, с чем это сейчас можно сравнить. Как будто бы... Ну, это смело очень. Да, очень это смело. Очень смело. Я думаю, что это было очень дорого, потому что все-таки все, которые новинки возникали тогда, технически, вот именно такого уровня, я думаю, что это стоило денег. Ну, благо у старообрядцев того времени и того уровня деньги были, и благо они их находили, как использовать, вот, как говорится, во славу Божью. Вот. И эти записи были изданы, до сих пор эти пластинки целые. Более того, в Московской консерватории все записи были оцифрованы в 80-х годах. Выходила пластинки на мелодии, ни одна
в канун тысячелетия крещения Руси, позже выходили компакт-диски, вот, но сохранились еще вот эти старые пластинки, мы их храним как вот действительно такой не просто артефакт, не просто какую-то аудиофильскую редкость, а действительно как историческое свидетельство первой фиксации знаменного пения. Как церковь, как прихожане относятся к фиксации такого материала и к пению за пределами церкви? Но ведь все-таки эти церковные песнопения – это же часть службы. И можно ли в другом кругу, совершенно в других обстоятельствах повторять это служение? Арсений Иванович Морозов, помимо того, что он записал старообрядческие, именно богослужебные песнопения, просто есть еще такой пласт, как духовные стихи. Это внелитургическое творчество. Вот вы, как любитель джаза, наверное, сталкивались с такими явлениями, как спиричуал. Так что и в русском православном, значит, древнем обществе такие же песни были. Понятно, содержание могло быть разное, но главная тема – это обращение к Богу, это состояние души человека и так далее. Так вот, именно не духовные стихи, а именно богослужебное пение записал на пластинке Морозов. Более того, после дарования свобод 1905 года, когда в России, в Российской империи, был объявлен манифест о веротерпимости Николаем II, старообрядчество, вот, многие исследователи говорят, как вот некая пружина, бывшая много времени под спудом, она начала расправляться. И действительно был такой всплеск и выплеск вот того потенциала, тех сил, в том числе и творческих, и духовных, которые в старообрядчестве, можно сказать, таились и хранились. И тогда же Морозовым был предпринят еще один шаг, очень смелый, очень спорный. Это выступление его же хора на публичной сцене. И опять же, не где-нибудь, а в больших залах консерваторий обеих столиц. То есть Морозовский хор пел как и в Московской консерватории, так и в Санкт-Петербургской консерватории, а также еще много где, много на каких площадках. Благо, старообрядческая, не только старообрядческая периодика начала 20 века, все эти выступления зафиксировала, не просто зафиксировала. Сохранились афиши, сохранился репертуар, который этот хор исполнял. И что самое ценное, сохранились отзывы вообще в прессе об этих выступлениях. Тогда-то и началась вот эта первая полемика о допустимости или недопустимости публичного исполнения вот этих знаменных песнопений, которые присущи только старообрядческому храму. И тут вдруг пение покидает храмовое пространство, но оказывается в глубине концертного зала. Было проще, наверное, с пением синодальной церкви, поскольку практически пение это было авторским уже к середине 19 века, к концу 19 века. Там от первообраза, от знаменного распева не осталось и следа. Если даже где-то в авторских указаниях того же Чеснокова, Бортнянского, Кастальского можно было найти, что это гармонизация знаменного распева или интерпретация или обработка знаменного распева. Но это мы могли узнать только по надписаниям. На самом деле, по мелодии уже мы не смогли этого уловить бы. Вот. И поэтому те выступления Морозовского хора, которые знаменный распев представляли вот в своем практически первозданном виде, ну, не совсем первозданном, как оно пришло на Русь из Византии, но, по крайней мере, в редакции середины 17 века. Конечно, реакция у публики была самая разная. Самая разная, но она была очень яркая, вы понимаете. Не было вот каких-то посредственных, ну что-то там еще. Нет, вот этого как раз не было. Вот в основном были, конечно же, восторженные такие отзывы, ну, наверное, на радость тогдашним славянофилам, что вот оно, наше сокровище, и действительно вышло из-под спуда. Ну, честно сказать, они были правы. Вот. А критика, как ни странно, большинство критики было со стороны своих же, старообрядцев. Дескать, негоже на всеобщее обозрение вот выставлять вот это сакральное искусство.
Но оппоненты этой критики, они смело говорили, а почему не гоже? Дело в том, что ведь пение, оно имеет вот свою сакральную силу, вот свою литургическую какую-то составляющую именно в контексте богослужения. А здесь исполняемое песнопение, да, конечно же, это молитва, но, во-вторых, мы представляем обществу настолько забытое, настолько задвинутое наше родное древнерусское певческое искусство, что, пожалуйста, вот познакомьтесь, вот что же мы на протяжении нескольких сотен лет так упорно не просто хотели, не хотели замечать, а упорно даже вот именно так закладывали в сундук и убирали в чулан, не хотели с этим. Ну, опять же, исполнение, жить. Там, где звучит эта музыка, там отчасти восполняется эффект храма. Да, да, вы знаете, и не только там, у нас был очень интересный случай. Мы были на фестивале в Польше, в Ченстахове. Это был фестиваль духовной музыки, причем фестиваль разных конфессий, разных духовных деноминаций. Вот. И вот нас, как представители сибирского старообрядчества, тоже туда пригласили. Но сейчас речь не о концерте, а о том случае, который произошел с нами в одном из городских ресторанов, куда нас привезли на обед. Значит, был накрыт отдельный стол, наша делегация, то есть наш хор прошел. Ну, что делать? Ну, мы, поскольку церковный хор, мы в любом случае перед обедом должны помолиться. Мы установили в углу крест и решили пропеть «Отче наш». И только мы начали петь «Отче наш», вы не поверите, весь ресторан, все посетители, которые там были, а там они были, они, во-первых, прекратили свою трапезу, во-вторых, встали со своих мест. И на всем протяжении, пока мы пели эту молитву, мы пели ее знаменным распевом, не кратко, а так хорошо, они стояли, ни один человек в ресторане не присел и не прикоснулся к своей еде раньше, как мы закончили пение. Только потом все сели и продолжили. Знаете, для нас, конечно же, это была вот, ну, такая реакция, неожиданно, конечно. Ну, честно говоря, вот здесь, в России, я себе так этого не представляю. То есть, чтобы это было здесь у нас. Там, в Польше, да. Ну, все-таки это действительно очень такая католическая страна. Открытая ко всем культурам. Да, но тем не менее свои вот эти традиции католические, они очень-очень чтят. Это действительно такое второе сердце католической Европы, наверное, после Ватикана. О почитании традиций. Я когда видел изображение, вот эту нотную грамоту древнерусскую, мне всегда хотелось спросить у человека, который явно ею пользуется и хорошо ее знает, но все-таки остальные члены этого хорового коллектива, они читают перевод на более привычный вариант записи или вот прямо, как это называется, крюковую запись эту читают в своей обычной повседневной жизни? А вы знаете, нашим певцам проще читать крюковую запись. Она же непонятная, сложная. Ну, она сложная для тех, кто ее видит первый раз. Собственно говоря, когда я ее первый раз увидел, я тоже подумал, что... Ну, не освоив. Это какие-то иероглифы, да, это что-то, что-то абсолютно непонятно, что это за система, где же ключ к ней. Да, я это не освоил. Но потом, когда... Я уже видел в старообрядческих приходах, как певчие от детей до преклонных старцев, старушек, они знают эту грамоту, они прекрасно поют, и они даже мне объясняют. Но потом я так пришел в себя и сделал вывод. Да, наверное, не все так страшно, просто главное, чтобы было желание. Вот. И потом действительно я ее уже сам освоил. И уже когда стал сам руководить на клиросе, возглавил хор, также и параллельно наши певцы, те, кто не знал эту грамоту, они по ходу ее изучают. То есть, кто еще не совсем ей владеет, поет по слуху, как это по памяти как-то принято. Кто владеет, а таких немало у нас, они действительно поют по этим нотам, но не по расшифровкам.
То есть сперва при помощи азбуки, то есть есть специальная система, которая является ключом к крюковой грамоте, они изучают, какой знак какую ноту обозначает, какая длительность, как обозначается высота тона, в каком крюке много нот, а в каком только одна, встречаются и такие. То есть это, конечно, очень интересно. Вот. И вот так от простого к сложному человек постигает вот эту грамоту. По-честному, можно сказать, что проще и удобнее? Традиционная или крюковая? Вы знаете, в чем плюсы и минусы? Я бы не стал их так сравнивать, потому что это все-таки разные музыкальные системы. Их надо сопоставлять, как мне кажется, вот в каком порядке. Дело в том, что вся сегодняшняя современная хоровая русская музыка, она вся произошла из того знаменного распева, который был на Руси с момента ее крещения и конца 17 века, когда вследствие церковного раскола его начали просто вот так задвигать, потому что менялось тогда все, церковь реформировалась, и тут пострадал не только знаменный распев, пострадали книги, традиции, иконописи, архитектуры и так далее. Вот. Поэтому, собственно говоря, на момент вот второй половины 17 века та знаменная певческая культура, она была, в принципе, единственной певческой культурой, за исключением фольклора, которая была вот здесь у нас на Руси. Вот. И то, что потом уже в петровские времена и позже, когда сперва стали приглашать малороссийских, малоросских спеваков с Украины, а потом и композиторов из Европы, которые уже все вот эти европеизмы внесли на православную певческую основу, это все уже было позже. Но основа была та. Основа была вот эта именно древнерусская, она была знаменная. Поэтому здесь можно как? Здесь можно считать, что вот из нее, конечно, пошла есть наша русская хоровая музыка, но потом эти ветви, они начали развиваться как бы параллельно. Когда стали появляться специалисты, которые действительно серьезно очень занимались этим вопросом, знаменное пение стало уделом не только старообрядцев, оно постепенно начало входить в обиход и вот патриаршей церкви. Вот. И сейчас есть некоторые приходы, которые действительно поют знаменный распев, но не все по оригинальной нотации. То есть некоторые еще поют по расшифровкам на современные пятилинейные ноты. Вот. Но тем не менее, в том виде, в котором был, конечно, старообрядцы его сохраняют. Мне интересно, когда тот или иной хор принимает решение исполнять произведения, исполнять богослужебные гимны по старым книгам и по новой нотной грамоте, что ли так, по новой нотной тетради. Насколько различаются вот эти варианты прикосновения к одному и тому же материалу? Вы знаете, я на этот вопрос отвечаю простым сравнением. Ну вот помните, в детстве мы занимались музыкой, играли на гитарах, в том числе всяких там битлов и так далее. Как мы записывали английский текст? Вот так вот русскими буквами. Звукоподражатели. Да, звукоподражатели. Вот. Понимаете, для меня, вот, наверное, это вот то же самое, когда песнопение знаменного распева записывается не знаменами, не крюками, а современными нотами. С технической стороны, да, это возможно. То есть мы можем это записать, но понимаете, вот, но у исполнителя уже не будет духа передаваться, не будет вот. А если репринт? Репринт, пожалуйста. Годится. Репринт, работает. Пожалуйста. Смысл в самой записи. Угу. По какой записи, по какой копии ты исполняешь. Энергия, конечно, разная. Мы сейчас, да, если на службе в соборе мы используем, конечно, старые книги. Ну, как правило, это не совсем старинные фолианты, а это, ну, начало 20 века, конец 19-го, да, мы с ними аккуратно пользуемся, но на какие-то выездные выступления, конечно, мы делаем репринтные распечатки, и больше по формату, чтобы это удобно для певцов, и, естественно, что позволяло бы нам не беспокоить наши драгоценные книги вот с певческими записями.
с технической точки зрения, где ваши записи можно найти, где можно ваш хор услышать? Ну, во-первых, наш хор можно услышать в нашем кафедральном соборе, на службах, которые там регулярно проходят. Вне зависимости от конфессии. Если вне зависимости от конфессии, то, ну, я скажу так, публичных выступлений у нас не так много, но объясняется это просто потому, что мы прежде всего не концертирующий коллектив, а именно служебный. Вот, поэтому наше участие в каких-то концертах, фестивалях, оно не так часто приходится. Но, тем не менее, сейчас есть интернет, где все это есть. Просто можно ввести в поисковик «Знаменный распев» или «Знаменное пение», ну или уж, пользуясь положением, «Хор певчих старообрядческих приходов Сибири», то да, там это можно все найти, в том числе и наше фестивальное выступление. Спасибо огромное. Напоминаю, что у нас в гостях Александр Емельянов, руководитель хора певчих старообрядческих приходов Сибири. Это программа под названием «Свои люди», а я ее ведущий Антон Веселов. Увидимся.